Для жителей села Старопохвеснево организовали вакцинацию в здании фельдшерско-акушерского пункта. Часть сельчан уже получили вторую инъекцию, завершив процедуру. Среди них Галина Аверьянова. Женщина – химик-биолог и знает, что болезнь отрицательно влияет на весь организм. Кроме того, после выздоровления нужен длительный процесс реабилитации. Поэтому лучше сейчас обезопасить себя и привиться. Я всем рекомендую, ведь только медицина нас спасет. И не надо бояться, надо идти. И радоваться жизни – это все временно. Поэтому, если мы привьемся, многие, мы не будем переносчиками болезней. И поживем долго, радостно и счастливо. На сегодняшний день привито более 2500 жителей Похвесневского района, в том числе 965 жителей сел. Всего в регионе вакцинацию прошли свыше 127 тысяч человек. Из них около 80 тысяч получили второй компонент. Я сразу сказала, говорю, будет прививку делать, я сразу сделаю. Потому что, чтобы спокойно ходить и не бояться ничего. В первую очередь сделать прививку медики рекомендуют старшему поколению и тем, у кого есть хронические заболевания. Записаться на прививку можно дистанционно по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Для заявки нужно выбрать услугу «Запись на вакцинацию», баннер на главной странице. Даже при отсутствии электронного расписания можно оставить заявку в листе ожидания. И как только препарат поступит в поликлинику, вас пригласят на процедуру. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Мария Илчан, «События».